Сегодня же глава Чувашии принял участие в селекторном совещании под руководством министра транспорта Максима Соколова. Главные темы совещания – организация пригородных железнодорожных перевозок и погашение долгов регионов перед РЖД. Федеральный министр Максим Соколов отметил, что в ближайшее время необходимо компенсировать потери в доходах пригородных пассажирских компаний. В этом году регионы предусмотрели в своих бюджетах порядка 10 миллиардов рублей. Республика в списках должников не значится. В этом году компании «Сотрудничество», которое осуществляет перевозки на железнодорожном транспорте Чувашии, бюджет компенсирует 68 миллионов рублей.